Понимаешь? За момент, когда мы с тобой разговариваем, в твоем организме родилось, наверное, ну, около 10 миллиардов раковых клеток. И они умерли все. Потому что свою деятельность организма контролирует, естественно, мозг и подсознание. Все, что касается эмоциональной сферы, то есть как у тебя рождается мысль. То есть мысль, понимаешь, что когда она пришла. Вот она пришла, это твоя мысль. Но вопрос в том, как она зарождается. А контроль отрицательных эмоций – это прежде всего вопрос. Почему так? И в данном случае, мне очень импонирует, я не помню, кто это сказал, мне очень импонирует отношение к проблеме. То есть, ну, например, есть отрицательная эмоция. Да? Как обычно человек смотрит на проблему? Он смотрит, о, ну все, крах всему. Например, разорился банк. Или там, не знаю, там, человека украли машину, обворовали квартиру, бытовуху, да? Даже умер кто-то из родителей, ну, бывает, или друг. Как человек смотрит на проблему? Человек смотрит на проблему, он гипертрофирует трагедию в момент ее случая. Вот она случилась, и человек гипертрофирует эту трагедию. Если на нее посмотреть в динамике, то все станет проще. Люди в большинстве своем очень статичны. Они любят создавать себе принципы и не нарушать их. И в этом видят свою силу. Они любят проявлять характер там, где его проявлять не нужно. Они хотят проявлять дух, так называемую духовитость, или там, где этого делать не нужно. Они иногда сдерживают свои слезы там, где они нужны. Они запрещают себе чувствовать то, что чувствовать необходимо. Потому что кто-то когда-то сказал, что это правильно. Если кто-то когда-то сказал, что это правильно, то тогда он и должен жить эту жизнь. Например, лично моя жизнь, да, она, даже если меня родители, естественно, приучали к определенным традициям, но я не готов следовать тем традициям, которые не входят в мое мироощущение, поскольку, ну, это моя жизнь. И когда ты что-то делаешь, и ты считаешь, что это так и надо, то есть ты в этом уверен, то, естественно, что ты испытываешь массу негативных эмоций по поводу того, что тебя не понимают. Или ты делаешь что-нибудь сверхъестественное, ну, по виду, ну, для кого-то. Но в данной ситуации отрицательная эмоция заставляет тебя еще раз спросить себя, ты правильно делаешь или нет?